ООО «Дорожник». Предлагаем камень природный от 18 рублей за тонну. Фракция от 70 до 300 мм. И камень природный, фракция свыше 300 мм. Щебень из гравия и валунов. Песчано-гравийная смесь. Грунт. ООО «Дорожник». В Мозырь с рабочим визитом приехал председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко. На данный момент профсоюз объединяет около 2600 первичных организаций, 119 районных и городских. Это порядка 178 тысяч человек. Задача организации – усиление работы по совершенствованию законодательства в трудовой и социально-экономических сферах, защита интересов работников в трудовых спорах с нанимателем. Кроме этого, профсоюз помогает в трудоустройстве, участвует в переучивании кадров, помогает материально тем, кто находится в затруднительном положении, проводит различные мероприятия. Ну и задач, конечно же, наверное, основных – это защита трудовых, социально-экономических прав наших граждан. Мы оказываем большую материальную помощь лицам, оказавшимся в затруднительном положении, переболевшим ковид. Также проводим большую работу по оздоровлению в соответствии с программой Федерации профсоюзов Беларуси. Активное участие принимаем в экскурсионной деятельности, развиваем экскурсионную деятельность, потому что после пандемии людям хочется все-таки куда-то выехать, развеяться. Также активно проводим спортивные мероприятия. Вот накануне Дня профсоюза спланированы такие. Организуем работу с молодежью, с ветеранами, оказываем помощь вот накануне нашего профессионального праздника, конечно. Будут особое внимание уделено, конечно же, ветеранам профсоюзного движения. 1 мая – День труда, профсоюзные активисты считают своим профессиональным праздником. К нему готовятся заблаговременно. В коллективах подводят итоги. Самые активные спортивные, творческие попадут на доску почета. В Управлении по труду, занятости и соцзащите населения организовали яркую экспозицию из работ своих сотрудников. Гости были впечатлены. Знаете, когда вот посетила сегодня выставку, мне кажется, что как нигде подтверждается истина. Талантливый человек, он талантлив во всем. Казалось бы, государственные служащие, которые сегодня имеют большую нагрузку, много документов изучают, в то же время они находят место для творчества. Это правильно, потому что когда человек он талантливый, он успевает и работу сделать, и свободное время провести достойно. Поэтому мы, в свою очередь, в профсоюзе с большим удовольствием поддерживаем вот такие коллективы, в котором есть сегодня творческие люди, которые сегодня наряду с своими успехами профессиональными показывают, чего они делятся своими эмоциями с другими. И, конечно, у нас проходит очень много различных конкурсов, в том числе и в творческой эстезии. Среди основных профсоюзных планов – укрепление авторитета организации. Также в фокусе внимания – уплотнение существующих первичек, создание новых, в том числе и в негосударственных предприятиях. В плане визита председателя Белорусского профессионального союза работников, государственных и других учреждений Сергея Потапенко и Наровля. В подшефной школе накануне очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС передадут сертификат. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».